Главой района выделена сумма денег для проведения капитальных ремонтов объектов социального значения, детские сады, школы. Соответственно, в рамках выделенных этих денежных средств были составлены сметы по объектам, да, и проведены конкурсы. Сегодня мы сталкиваемся с такими проблемами, как вот Оболенская школа, в которой проводятся работы по капитальному ремонту актового зала. Соответственно, срок достаточно сжат проведения этих ремонтных работ и заканчивается 27 мая. Зайдя туда, на этот объект, мы, конечно, любой человек, не имея там специального строительного образования, понимает, что за такие кратчайшие сроки, оставшиеся до 27 числа, выполнить тот объем работ, который еще предстоит сделать, невозможно. Ну, соответственно, это говорит о качестве подрядчика. Это говорит о том, что вот люди приходят со стороны, понижаясь очень серьезно на конкурсах, да, не выполняют своих обязательств по контракту. Вот здесь мы сталкиваемся. Яркий пример – это вот актовый зал поселка Оболенск. Я, скорее всего, убежден, что 27 числа они не будут эти работы завершены. Соответственно, будет претензионное письмо в адрес подрядной организации 27 числа. Эта подрядная организация будет выгнана просто с этого объекта. Вот и все.